Всем привет! Про Аллу Снегур видео делать не буду, абсолютно обычная девушка, каких полстраны. Это видео про Владлену Куликовскую, участницу шоу «Рабы любви». Шоу «Рабы любви» не первое шоу Влады. В 2020 году Владлена пришла на Дом-2. Там она представилась королевой драмы, организатором вечеринок. Пробыла Владлена на Дом-2 всего 4 недели, там успела подраться, нацеловаться, но любви не получилось. Думаю, что на «Рабы любви» Владлена пришла не меняться, а набить себе цену. После шоу фотографии Владлены в социальных сетях не стали скромней, даже наоборот. Что вы думаете про Владлену? А на этом закончу, подписывайтесь, до скорого.